Подъем штанги на грудь стойку. Стандарты выполнения. В стартовой позиции штанга касается пола. В конечной позиции штанга удерживается на груди при полном распрямлении в тазу и коленях. Варианты выполнения. С пола штанга может подниматься протяжкой в полуподсед в разножку. И полуподседом считается любой подъем, при котором таз в нижней точке оказывается выше колен. Штанга может также подниматься в ножницы. Но при этом движение засчитывается только, когда ноги оказываются на одной линии при полном распрямлении в тазу и в коленях. Не засчитываются повторы, при которых в верхней точке нет распрямления в тазу или в коленях и сразу осуществляется сброс. Не засчитываются повторы, при которых при подъеме таз опускается ниже колен. Не засчитываются повторы, при которых при спуске выполняется отбив штанги от пола. Стандарты выполнения бёрпи. В исходном положении атлет стоит полностью распрямившись. Далее необходимо лечь на пол, полностью коснувшись грудью и бедрами пола, подняться и выполнить прыжок с двух ног на другую сторону относительно штанги. Повтор засчитывается, когда атлет перепрыгивает штангу на другую сторону. При этом положение лежа на полу может выполняться любым способом, падая вниз или выполняя это более медленно. Так или иначе, внизу грудь обязательно должна коснуться пола, и наверху выполняется прыжок с двух ног. Не засчитываются повторения, при которых в нижней точке движения грудь не касается пола. Не засчитываются движения, при которых прыжок выполняется не с двух ног. Не засчитываются движения, при которых прыжок в принципе не выполняется.